Всем еще раз добрый день. А я пришел на пляж Фламинго. Сам пляж рассказывать не буду. Мы с вами просто посмотрим на волны, на брызги. А здесь есть на что посмотреть, уж поверьте. Бывает так очень даже красиво. Вон там сейчас вдалеке очень даже симпатичная композиция. Брызги. Я так думаю, что они сюда сейчас дойдут. В комментариях иногда про данный пляж, по старым роликам читаю всякие там такие слова. Кто-то вообще говорит, зачем ты это показываешь, нафига это надо. Кто-то хает Россию, вот какие мы плохие, и все вокруг хорошие. Я буду показывать то, что вижу своими глазами. Вот. К счастью, вышло немножечко солнышко, так, точнее оно то вышло, то зашло. О, о, красота. Не знаю, куда смотреть. Скоро узнаю. К счастью, вовремя успел отбежать. А то был бы сейчас тоже слегка соленый. Пойдемте, пройдемте вдоль пляжа. В общем, вот так вот, ребят. Что есть, то и показываю. Буду занятия. О! Смотрите, ну красиво же. Люблю красоту, но как-то со сторонки на нее посматривать. Неохота мне просто промахать сейчас. У меня были планы еще пройтись немножечко. Поэтому как бы вот так. Пойдемте посмотрим, что там творится. Я имею в виду то место, где мы обычно с вами наблюдаем брызги салюта водяного. Ну а пока немножечко посмотрите на этот пляж. Какое его состояние? Состояние у него никакое. Ура, солнце! Солнце наконец-то вышло. Сегодня катаюсь вот везде, по всей Ладожской, по всем побережью. И вот только здесь оно меня поймало. На пляже, или точнее на остатках пляжа Фламинго. Вот. А я готов. Готов выслушать критику в адрес всех и вся, и вообще Российской Федерации, и как в Турции хорошо. Ну, может там хорошо, и не скоро. А олени лучше. Ну, вот, видите, солнце вышло, совсем другая картинка прям. На Туапсе еще пасмурно. А у нас прям вот как бы даже хорошо. Ну, волны сегодня слабенькие. Слабенькие очень, поэтому, видите, особо ничего даже не запрыскало водой. Вот так вот. Слегка. И вот там вот сейчас было красиво. На улице жарко. Плюс 16,5 градусов. О. Даже можно подойти поближе к краю, видите? Нету воды, нету. Сюда не добивает. Дабы показать вам покрасивее. Все виды. Морские. Показать нашу зиму. Теплую. В настоящий момент очень теплая. Пойдемте чуточку. Туда, к сожалению, ветер, полетать сейчас не удастся. Не хочу рисковать. Ну красиво, видите, когда солнышко выходит, вообще.
да? Что-то будет интересное. Сейчас включимся на широкий режим. Так, включился чуть-чуть пошире. Обзор, угол чуть-чуть обзора будет чуть-чуть побольше. Смотрите, все побережье вот такое вот маленьких волнах таких. А волнорезы, конечно, красиво бьется вода. Здорово, интересно, но почему-то именно здесь не очень. Сейчас подойду в эту сторону. Здесь вода добивает чуть дальше. Ну вот как бы вот так. Отсюда вижу, что на пляже Янтарь происходят какие-то технические работы. На сам Янтарь я не пойду, но туда вот чуть-чуть дальше можно и погуляться как-нибудь будет. Посмотреть, что там творится. Ждем хорошей волны и отопаем обратно к машине. Там красиво, красиво, да. Вот. Отошел, и сразу там началось действие какое-то. Интересно, возможно, сюда сейчас пойдет. Вот что-то подходит, симпатично. Вот это порадовало. Вот это порадовало, еще и солнышко вышло, так вообще прям душа радуется, как говорится. Ну а я меняю место дислокации. Еще один ролик сюда начали сниму. И поеду домой. Ну и всех, конечно же, приглашаю подписаться на второй канал, если вы хотите в прямом эфире увидеть. Вот такие вот волны на канал Лазаревская Я. Подписывайтесь, и будет у нас там прямой эфир. Пока не хватает 500 с лишним человек. Основной канал пока временно заблокирован. Показал итальянцев в России. Они нажаловались. Не итальянцы, а американцы. Последний обзор и топаем обратно. Ладно, чуть-чуть покажу вам. Вот. Давайте там пройдем. Не буду тут лазить. Пляж действительно в плачевном состоянии. Пока вот, как видите, никто его ремонтом не занимается. Я случайно нашел, видите, вот свою сумочку для камеры. Вот хорошо, что я здесь пошел. Камеры там, конечно, уже, точнее, аккумулятора второго там уже нету, но иногда я кладу сюда ключи от машины. И вот такое могло бы случиться, что я бы сейчас бы судорожно бежал сюда вниз, обратно и того, искал бы все. Вот такой рассеянный с улицы бассейна. Как отошел сразу, волны красивые стали. Ух ты! Как бы так, вот он, пляж наш. Фламинго. К сожалению, в таком состоянии. Но надеемся, когда-нибудь из него сделать конфетку. Ужас. Хорошо, хоть в одном месте сконцентрировано, не просто везде валяется. Ну все, друзья, всем пока. Будем надеяться, что найдется финансирование на это. Я понимаю, что это весьма много денежек надо, финансово затратная часть, но делать надо. А мы стараемся не мусорить.
Всем пока.